Коллектив таллинского производственного объединения «Норма» включился в социалистическое соревнование за достойную встречу в 60-летие Великого Октября. Делом, откликаясь на постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о развитии производства товаров массового спроса и повышении их качества, таллинцы обязались увеличить в два раза по сравнению с минувшим годом производство изделий с государственным знаком качества. Более половины продукции – детские игрушки. Простые и сложные, из металла, пластмассы и дерева. Игрушки объединения «Норма» любят не только советская детвора. Они знакомы мальчишкам и девчонкам Кубы и Италии, ГДР и Польши.